Вот смотрите, возвращаясь к Вию, вы играли там роль, которой в оригинале, в литературном, не было. То есть это такая альтернатива паночке, да? Это, то, что было бы, если бы... Да, вы что-нибудь привносили в эту роль? Или вы такая актриса, вот которой режиссер сказал, что он хочет, и вы стараетесь... Нет? Нет. То есть вы импровизируете? Конечно. Почему конечно? Может, у меня такое слово паразит, конечно. Импровизирую, естественно. И мне очень интересно. Все равно же тебя берут за какой-то твой базис, который ты смог показать на пробах, ну, видимо, да, и дальше уже, советуя с режиссером, ты лепишь того или иного персонажа, человека. Я стараюсь как-то там, старалась еще в то время, когда мы снимали, иногда становиться ею просто вот в каком-то разговоре. Она не ведьма. Ну, хотя все женщины ведьмы. Что это я? И правда. Не политкорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. «Правда-24» и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19:30 на телеканале «Москва-24».